Луковица лилии азиатской махровой сноуборд при уходе, не требующем специальных навыков, превратятся в настоящую восточную красавицу, которая станет центром вашего цветника. Очарование сорта в ее крупных, до 20 см в диаметре, цветках с белоснежными, кокетливо закрученными лепестками, кончики которых покрывает нежный румянец в виде розового крапа и мазков по краям. Сноуборд обильно цветет при посадке на солнечном, теплом, слегка затененном месте. Используется как в групповой, так и в одиночной посадке. Лилия азиатская махровая сноуборд – это многолетнее растение. Цветы имеют средний аромат. Цветок окрашен в белоснежный с мелким розовым крапом и мазками по краям лепестков цвет. Интересные цветы лилии могут быть до 20 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.